Скажите, всем привет. Кому всем? Всем привет. Приехали к нам в гости племянница моя Лариса и ее дочь, да? Полиночка. Она мне получается внучка, да? Угу. Внучка. Мама вяжет. Ну что мама не вяжет? Ты вяжешь. Тома, не шуми маленечко. Ну, а у нас, как всегда, света нету. Сидите дома. Сегодня пятница, но они все дома. А Женя обещала рассказать, как она к зубному ездила. Тома, иди к папе, Тома. Иди к папе, Том. К папе иди. Телефон так. Ну давай, рассказывай. Ты должна рассказать, как ты к зубному ездила. Ну, сильно плакала? Нет. Не плакала? Немножко. Немножко? Ну молодец. А Полина плакала у врача? Вообще, скажи, не плачу. Ага. То, Женечка, отойди маленечко. Я маленечко Полиночку поснимаю. Полина? Полина, смотри, мальчик. Да? Потом вырастешь? И баба Том тебе покажет видео тебя маленькой. У нас, кстати, вы в прошлый раз приезжали, Санька все бегала тут с телефоном. Она же так красиво вас фотографировала. Ну, вот надо будет показать. Ну, сейчас света нету, не покажет там это на компьютере. Потому что Димки нет. Нет, мы скинули потом эти фотографии. Да. Ну. И еще кота я фоткала. И кота, и все. И а я папу фоткала. Я мальчика фоткала. Санечка, доченька, не надо сюда. У Димки еще игры есть. Вот летом поедем к тете Ларисе в гости. Они уже коровку купят. Завтра они поедут корову покупать. Угу, и овечек сейчас мы приведем от бабы. Когда мы вырастем. Санечка, пожалуйста, хочешь играть? Вон туда встань. Когда мы вырастем, мама. Нет, когда лето будет, мы поедем к Ларисе. Да, мама? Ларисе, а мне уже да. будет 6 лет. Тебе будет 6 лет, ага. А Женька еще... Вот смотри, я одну выгоню, будет... вторая тут встанет. Женя, вон туда вставай. Ну, не видно же Полиночку. Я хочу Полину маленько поснимать. Вон как она будет собирать сейчас планшет. Ага. Сюда вставляй. А мама оставили хоть что-нибудь? Или это лошадей много оставили? Ну, одну будет сдавать, а кобылу оставляют. Они хотели и кобылу сдавать, но я отстояла ее. А сено? Сено же мы убрали. Ну, нынче... Давай еще, вот я буду корову покупать и сено за рот буду покупать. Это будет лето. И сколько сейчас за рот сена стоит? Ну, я за 10 буду брать. А так они за 18 в прошлом году покупали. Мама, и летом еще к Тане поедем. Ну, все равно держать. Ну, для одной коровы хватит столько сена, да? Ну, вот три рулона. Ну, корова еще 5 овечек, мамка. Ну, 5 овечек. А мы крались. Должно хватить экономное сено. Она, тем более, молодая наша, много не будет. Как коровы эти. Старые, они же много есть. Но она стельная, да? Я еще не видела. А у кого вроде брать как будет? Стельную. Камилову. Где у нас Томка? А мы вот корову когда брали, у нас была корова. Я первое время пыталась молоко продать. А потом, вот понимаешь, она молодая, жирности нет никакой. Вот, ну, вот знаешь, ну на пальчик сметаны. И мне стало стыдно. Я думаю, люди скажут, что я разбавляю. И я перестала продавать. Ну и в итоге сено ставить некуда. Мы пытались продать эту корову. Да и продать я тоже как-то мне было, знаешь, не очень комфортно ее продавать, потому что такое у нее жидкое молоко. Я не знаю, может, что молодая или что ли. Да нет, это, наверное, порода такая. Ну вот мы ее потом сдали, и бычка сдали. И, в общем, мы скотину не держим сейчас вообще. Вообще? Не, я вот 3 поросенка буду покупать. Угу. Ну, в деревне можно. Где-то выпустил, она где-то там что-то вот это. Ну, ну-ка. Все, батарейка. Боча. Все. Ну-ка, плюнь. Боча. Что такое-то? Ну-ка. Ну-ка, эти надо игрушки забрать, не давать ей. Не дай бог. Дай сюда. Дай сюда, сказала.
И еще одна батарейка. Ну-ка, давайте мы ей другую игрушечку дадим. Фу, как. Ой, все заплакала. Сейчас. Машина, смотри, а принесите, дети, ей большую машину. Может, она покатается к маме на ручке? Потому что ты пихаешь в рот батарейки. На. Ну все, да, каприз. Наконец-то нашему папе пиломатериал привезли. 2 недели ждал. Вот гараж стоит, нужно делать крышу. А не сделаешь вот вся задержка из-за пиломатериала. Да, папа? Да, ага. Закрой ее, чтоб не выскочила, не дай бог. Та поди не вылезет. А я еще сказала Дарине наложить. Положить. Так хвост Дарине. Как вредная какая, а? Дарин, скажи всем детям, чтобы мыли руки и садились кушать. Женя, Саша, Томочка, мыть руки и садимся кушать. Мама. Мама, Томочка, тоже? Нет. Тома только что покушала. Ладно, Томочка, иди мультики. Женечка, ты... Дарин, включить, мыша. Гости уехали. Полина выше Томочки нашей. Разница в год. Наши Томочки 2. Вообще крупная. Ага. Да. Нет, они понедельник, ой, во вторник только позвонят сюда, в поликлинику. Мама, я знаю, что Полинка крупная. Она и щекастая. Мама. Но. Еще есть суп, кто-нибудь будет суп есть, нет? Так, кто все съест, тому я накладу сгущенку. Что? Давно не открывали сгущенку. Я давно ела. Угу. Можно мне сгущенку? Можно. Чайник поставьте. Блины. Не, блины не. Света не было, какие блины. Слышь, только дали блины? Свет. Что, вкусно как-то блин? Да. Я досаливала, я попробовала, соли вообще не хватает, досолила. Где у меня стула? Ты же Дарина не отдам. Что ты мне еще одну снова полила? Вон Алина купилась. Так, я хочу помыть голову. Помой. Ну все, дочушенька, я видео снимаю, вы разговариваете вообще непонятно о чем. О чем? О культуре разговаривайте. Культурно. Мне завтра надо будет в 6 встать. Папку разбуди, чайник поставь. Я знаю. Меня каждый раз, очень-очень. Каждый меня... раз, когда он меня возит, я вообще-то так делаю. Что-то мне вот прям с трудом верится, что ты сможешь встать в 6. Смогу, поспорим? Нафиг? Опять поспорим? Нет, я больше с тобой спорить не буду. Кушай давай. Да? Ну. Не хочешь, что ли? А я только ем. Взяла вкусные макароны, у Насти подливку. Ой, ну спасибо. А я думала, она скажет, да, мама, вкусные макароны, а Насти нет. Ну ладно, Настя, ну ладно. Скажи всем пока, я пойду видео выкладывать. Включи там кинофан, ну, по-английскому там разговаривают. Там тоже про джунь-джунь. Макарон нету больше. Ну ладно, я мало варила. Поторопилась я утром. Потом по-английски говорили. Угу. Ну все, скажите всем пока. Пока. Саша!
Чего ты кричите, доча? Тома, помаши ручкой вот так, Томочка, помаши. А, это моя.